Здравствуйте, в эфире Вести Чукотка, в студии Владимир Сироткин. Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. В мэрии состоялась торжественная церемония вручения жилищных сертификатов молодым семьям Анадыря. На полученные средства они смогут приобрести жилье или оплатить строительство, добавив собственное накопление или средства материнского капитала, внести первоначальный взнос или погасить ипотеку. В Анадырской мэрии торжественная церемония. Молодым семьям вручают жилищные сертификаты. Они стали участниками специальной программы, в рамках которой государство компенсирует часть стоимости покупки жилья. Субсидию начисляют супругам в возрасте до 35 лет и молодым родителям. Размер суммы зависит от состава семьи. Так, на двоих выделяется порядка 1,5 миллиона рублей. Там, где есть двое детей, сумма увеличивается примерно до 3 миллионов. Мы будем использовать как первоначальный взнос для покупки квартиры в городе Анадыре. Наконец-то, ну, ждали недолго, в других регионах, насколько я знаю, годами ждут, здесь быстро получили. Слава богу, спасибо администрации, будем покупать квартиру. Большая ли у вас семья? Пока нет, двое человек, я и муж, но в скором времени будем расширяться. Программа «Молодая семья» была запущена еще в 2008 году. За этот период только в Анадыре ее участниками стали 52 семьи. В этом году на реализацию выделено более 14 миллионов рублей. 80% из них – это федеральные средства, 18% – региональные и 2% – из городского бюджета. Жилищные сертификаты получили 6 участников. Если в прошлом году воспользовались 4 молодые семьи, то в этом году динамика положительная, 6. Ну и, соответственно, есть также другие молодые семьи, которые претендуют на получение поддержки в следующем году. Здесь, к сожалению, мы ограничены, конечно, суммой субсидий, которые получаем с окружного бюджета. Поэтому заявки есть, порядка 10 семей еще у нас возможно к получению, те, о которых мы знаем, которые приходили, интересовались в администрацию. Поэтому, конечно же, будем просить поддержки правительства Чукотского округа и далее, для того, чтобы можно было вручить сертификаты. Добавим, что срок действия таких сертификатов составляет не более 7 месяцев с даты выдачи. За это время необходимо подобрать недвижимость или заключить договор на строительство собственного дома. Ну а сама программа действует до 2025 года. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.